Рада тебя видеть, Намрут. Нефертари выслала подмогу. Его зовут Баек. Это близкий друг Нефертари. Я попросил его прийти, и он любезно согласился помочь. И не ты один. Слышал, вы в беде. Я должен Нефертари. Так, если ты готов, следуй за мной. Не отставай, нас ждет долгий путь. На пути к приискам было тихо, но это может измениться. Будь готов ко всему. Тебя что-то тревожит? Гложет сомнения? Не люблю менять планы. Эти земли таят беды. Бандиты, солдаты, живность. Лучше передвигаться ночью. Так спокойней. Где ваш лагерь? В старой крепости на западе, куда мы отступили. Что произошло? На соседний лагерь напали. Солдаты задавили нас числом. Много наших полегло. Сколько раненых? Хватает. Хорошо еще, что рядом прииски. Лекари творят чудеса. Без Нефертари мы бы не справились. У нее доброе сердце. Рискует всем. Все-таки прииски в руках власть. Пересечем мост. Будем в безопасности. Мы на месте. Когда зайдем внутрь, я хочу, чтобы ты помог раненым, а Суфия займется натритом. Надеюсь, все наши цели. Пора приступать. Баек, ступай к нам, Руту. Он расскажет, что делать. Раненые, отнеси их туда, к печи. Сюда, соберем их вместе. Суфии так будет проще. А вас намного меньше, чем я думал. Да, ну и что? Зато мы едины. Я сам едва жив. В этот раз боги помиловали. Осторожно! Как же холодно! Они тяжело ранены, но выживут, если Суфия подстать Нефертари. Вы с Нефертари друзья, да? Вроде того. Она спасла меня, когда я убил Руджика. Так это ты убил Руджика, да? Поверить не могу. Боги! Сигнал! Наш враг заметит его! Спрятал! Нас обнаружили! Нефертники! Вперед! Убьем их всех! Лучники! Готовьте стрелы! Раненых добьем потом! Сражаться бесполезно! Нас тут больше! Ложите оружие, и мы убьем вас быстро! Да я скорее отрублю тебе голову! Тот, кто отверг власть Птолемея, умрет! Сразись со мной и умри! А этот дерется на стороне мятежников! Выбор глупца! Она зажгла огонь. Зачем ей было выдавать нас?
Я проведаю остальных, а ты попробуй добраться до Суфии. Назад! Ты убийца! Ты! Знаки! Это ты! Зачем? Руджик! Моя любовь! Наш дала лучшая жизнь! Теперь он мертв! Я понял. Ты его наперстница. Руджик убил моего сына! И ты не лучше него! Тогда ты умрешь! Стой! Очень жаль. Красивая была. Красоте нет места на войне. Смерть заставляет делать то, о чем мы жалеем. Она обманула нас. Твои люди? Гора трупов растет. Выживших вылечим. Нет времени искать лекаря. Нашел! Я вижу врага! Вижу врага! Выпущу тебе кишки! Линию!
эти надписи времен Старого Царства.
стража держит ухо востро.
Я поговорю с Пошарин-Птахом. Поищу в великом храме. Дедук, а не хает. Нужно быть осторожным.
сучеру сет. Абьенсене. Джай, лови этого негодяя! Ну же! Ай, посышим, Джерри! Остановись! А не то будет только хуже! Ты привел меня, чтобы я расправился с ними? Конечно! Я невероятно умный. Мне все так говорят. Если ты и вправду такой умный, то почему водишься с бандитами? Я с ними не вожусь. Просто злая старуха заперла моих друзей. Она велит нам воровать. Заперла? Да. Сестра хотела спасти нас. Сказала, чтобы мы пришли к верфи у реки. А сама не пришла. Ты найдешь ее? А я дам тебе яблоко.
Не надо платить мне за помощь. Это бесплатно. Как зовут сестру? Ковид. А меня Ифри. Если найдешь ковид, скажи, что я зол на нее. Не скоро он уйдет в плавание. Это торговец. Он мог. Детей держали в клетке. Это торговец. Мачта сгоревшего корабля. Яркий парус. Интересно. Это торговец. Он мог видеть ковид. Отойди подальше, пока кости целы. Спокойно. Ты видел вчера на верфи маленькую девочку? Я видел много девочек. Честно говоря, смотреть не на что. Вниманием тебя явно не балуют. Сейчас ты только что утроил цену моего ответа. Я скорее брошу свой кошель в реку. Надо найти способ его разговорить. Сгоревший корабль, похоже, чинили. Масляные пятна. Должно быть, довольно сильно полыхало. Да. Говорят, корабль загорелся вчера в порту. Из-за чего же? Не знаю. Я же просто чиню его. Лучше отойди, пока ничего не разбил. Лучше надо найти способ его разговорить. Я расскажу про девчонку, только не бей их больше. Именем Осириса! Ты чудовище! Так ты видел девочку? Да, я видел ее. Она украла мой самый большой горшок с маслом. Она растворилась, как бесплотный дух. Пока меня не было, все мои горшки разбили. Скорее бы вы все утонули в Ниле. Кажется, я понял, что произошло. Ковид украла у торговца горшок с маслом, а потом спряталась. Позже, под покровом ночи, она разлила масло и все подожгла. И пламя охватило корабль. Во время пожара
Кавит смогла освободить детей в порту, но разбойники ее схватили. Похищениями детей занимался хозяин корабля. Видно, разбойники ищут девочку. Она прячется. А вот и яркий парус. И порвем. От меня не уйдет. Вот ты где! Эй! Убью! Надо поговорить с девочкой. Меня прислал твой брат. Где Кавит? Ее и всех остальных забрали в дом в городе. Его хозяйка богачка Гая. Этот дом у храма Хатор. Ты спасешь мою семью? Клянусь богами, спасу.
Амхотеп Неферворет. Что? Ты что? Я убью тебя! Интересно, от чего? Эй! Чудесно! Ты от Нефа? Нет, я от Ифри. И где он? О чем ты? Я все время шел за тобой. Уведи Матию. Ну? Ну, а ты чего стоишь? Я найду эту римскую тварь, что обидела мою семью. Захочешь помочь мне? Буду ждать у дома Нефа. Гайя вела занятную переписку. Я могу многое узнать из этих писем.